Здравствуйте, друзья! У нас сегодня короткий такой разговор с Инной Ефимчик. Я для тех, кто Инну не знает, скажу, что Инна корпоративный адвокат. Она занимается там стартапами, да, отношения между инвесторами, стартапами, инкорпорация. И Инна написала книжечку, которая доступна как бы всем желающим, да, о том, как создать компанию в США. Ну, не просто как это достаточно банально, а там, да, много разных деталей, скажем так. Это ответы на распространенные вопросы, которые мы вот получаем, в том числе относительно открытия компании, ее регистрации, там всякие сопутствующие моменты. А вот это то, что с акциями, там акции такие, ну, акции сякие. А, да, да, про это тоже немножко есть. Но по-русски написано. Да, в меру возможности, да. Понятно, то есть задача такая, чтобы, как бы, если человек уже обращается по делу, то чтобы время тратить не то, что можно просто почитать, а на какие-то уже тонкости. Ну, в том числе. Ну, то есть не обязательно к нам обращаться, если ее прочитал. Да. Но если эта тема интересует, то вот это все в одном месте собрано так, то, что может интересовать. И дальше, если действительно есть потребность открыть компанию, и человек не хочет там открывать ее сам, или как-то хочет какую-то поддержку в этом вопросе, то, безусловно, мы можем посодействовать. Ну хорошо, тогда я просто использую этот сюжет как такой анонсмент. И в описании к видео мы дадим ссылочку, да, и пусть читают на здоровье. Да, конечно. А счетчик есть там? Известно будет, сколько просмотров? Нет, к сожалению, нет. Не придумали счетчика. Еще, как сделать счетчик, чтобы это все считалось. Друзья, если кто знает, как счетчик сделать, вы так дайте ссылочку. Счастливо.